О. Що ще? Він їздить, зачищаєте. Дай, дай йому, дай. На, я сюди буду. Кидайте йому. Дай, дай, я йому дам. Дай. А вольне. Ти не смотри, що він такий грозний, він добренький. Ти я так кажу. У него зубы. У всех зубы. Ты ладошкой всегда дал? Не ладошкой. Давай, я дам ему. Ты давай, ты шмельчак. Видишь, он прямо открывает рот, чтобы ему засыпали туда. Как хлопья. Ну так, засыпай ему просто в рот. С пакета. А он любит кушать. Ну да. Где ж он меня не укусит? А вон маленький, смотри, язычок показывает. Вон, вон язычок показывает. Ого, ням-ням, Гугу, да? Ням-ням. Мальчики кормят ням-ням. Привет. Идемте дальше. Какой тигр? Бенгальский? Красавчик. А че он там стоит? Он хочет себя отдохнуть. Тигры живут в одиночке. Да? Вот амурский тигр. Пошел кушать. Олени, свин, рыб. Ну, короче. Так, идем дальше. О, папа, пошли сюда. Выставка экстатических животных. Папа, пошли. Пошли. Сейчас мы заходим. Вот, так круто. Вот это у нас австралийский клоп. Ой, фу. Это у нас китаец Эмили. Да, стой, честно. Это у нас китаец тоже. Красивый. Тут у нас уже кивс какой-то. Да, кивис. Ой, фу. А тут бабочки. Выставка бабочек. Смотри. Тут тоже выставка бабочек. Бабки, убеги. Тут у нас находятся сверчки. Кто это? Сверчки. Вот на маленькие. Сверчки. Их не видно вон, но они такие, если приглядеться, а есть. Сверчки. А видел, пап, какие маленькие сверчки? А тут и тут бабочки. Подожди, мы получили, где мы идем. А тут у нас кто? О, тоже птицеед. Тёма, птицеед твои любимые. А вот таракандор. Вот. Тут у нас индийские тараканы. Вон один вздыхает. И под ним тоже есть. Вот тоже. Есть кто-то. И там скорпион. Тут паук-волк. Оранжевый паук-волк. Я знаю, это тоже опасные пауки. А вот скорпион. Тарантул. А где тарантул? Тут их нет, я проверил. А наверху ты смотрел? Угу. Везде. А тут скорпион. Подожди, я вижу. Давай поищем тарантул. Пап, давай тарантула поищем. Может, он закопался где-то там? Песочки. Ну, давай мы его тревожить не будем. Да. А вот тут скорпион. Папа, ух ты, что какой страшный. Это у нас императорский скорпион. Это вот этот, который, помнишь? Да, большой император. Он вырастет еще. Угу. Это Нанду. Паук Нанду. Императорский скорпион. Угу. Тут у нас, о, жучок.
Ну, он дохлый. Я помню, да, помню. Он дохлый. Да. Нет. Помнишь, он был путь лучок. Что? Идем, скуди, идем. Он же чилийский цицеед. Чилийский цицеед. Папа, вы не забудьте из недели. Ой, что это? А, и бабочки, конечно же, бабочки. Какие тараканы. Идут ли тараканы тут? Так, так, теперь мы идем. Бабочка. Бабочка тут много. И тараканы. Фу! Шумные тараканы. Да. Папа, не настоящий? Настоящий, это все настоящий. Ну да, засыпал. У нас же палочник. Да. Палочник, чего и тут? Летучий, мы... И богомол. Как они скорпиона убили? Ну это легко убить, надави на него и все. Тут кто? Тут улитки гиганты. Тут у нас палочники. А, вон, вот палочник, нашелся. Вот такой. Да, я замаскировал. Вот еще один палочник. Да. Ах, это видно. Вон еще один палочник. Я вообще не вижу. Вот палочник. А, вот, да, он как... И вот палочник, папа. Да. И вот палочник. Как ты их не видишь? Ну, это из-за нас гигантские улитки. Это у нас Ахатина. Улитка по имени Ахатина. Это у нас... Ой! Какие? Палочники тоже какие-то. Фу! Фу! Да! Фу, не хочу досмотреть. Тут они дала там. А! Тоже. Осы всякие. Вот. Тараканы, вот. Их такие видно. Еле-еле. И тут бабочки. И не только. Ну, вот бабочка такая, листья. Вот. Фу! Личи! Ой, какие личи? Фу, личи. Их лава наела. А что это? Личинки, бабочка. Зубы какие-то. Где? А, это просто для косты. Типа тут они сожрали. Итан, тут они очень замаскированы. А кто это я у нас? Я нашел двоих. Пап, смотри, а, это паук какой-то? Паук бабуин. Вот или вот птицеед один, а выпышка. Вот да, он потом. Вот. А тут у нас вот амурские палочники. Вот. Я уже, да я сам найду, не боюсь. Вот большие палочники. Большой палочник, большой. Этот замаскировался, ты его не найдешь. Замаскировался, вон. Нет, не этот. И этот. 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 Их много тут. И бабочки. Все, закончили нашу выставку. А, и муравы, конечно, посередине. Ну не муравы, а тут... Палочники тоже. Вон большой. Вон. А где хищные цветы? Вот. А хищные цветы там продаются за 120. А здесь их нету? Я посмотрю на хищные цветы. Тут у нас никто. Именно. Тут у нас бабочки. И тут у нас бабочки. Ну все, пап, закончили. Пошли. Там напишите, какая вам бабочка или лягушка понравилась больше всего.